Вот он, угол 27-го микрорайона. Дом 27Б. Дом 27. Дома галерейного типа. Старожилы помнят, что здесь балконы не были застекленные. Просто была такая солнцезащита деревянная, которая вся потом облезла, полетела. Все. Кто как мог, короче, застеклял эти балконы. Кто во что гораст. Не было никаких аква. Все было открыто. Я впервые столкнулась, когда приехала в Заршан, с такими домами. Говорят, это специально построено для пустыни. Такие дома. Как бы защищает от солнца. И с этой стороны балкон есть. И с обратной стороны. С той стороны. Сейчас покажу с той стороны тоже. А напротив, вон там построили компьютерный колледж. Прямо напротив домов этих. Ну вот он. Дом 27Б. Вот он, первый этаж. Первый этаж раньше всегда тоже был открытый. Это сейчас все, люди все делают веранды из них. И года два назад уже теперь ее жилплощадь эту приравняли к жилплощади квартиры. То есть, по-моему, 7 квадратных метров теперь жилья как бы приплюсовали к квартплате. Так, если можно сказать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть квартира. Вот, 7, 8, 9, 10. Ну да, ну, по 10 квартир. Итого 40-квартирные дома. Там 26-й дом. А это весь дворик. 26-й, 27А, 27Б. По-моему, только единственный микрорайон, в котором есть такие цифры. 27, 27А, Б, В, кажется, еще есть. Надо посмотреть. Почему так было, непонятно. Ну вот все уже галереи, все. Все веранды застекленные. Можно сказать, целые комнатки там теперь. Ну, вот еще один дворик напротив 27, дома 27В. Сейчас вам покажу, видите. Детская площадка, но новой еще нету. Сейчас новые площадки устанавливают для детей везде. Дом 27В. Вот внизу вижу 5-6 квартира, соответственно, 4 этаж. Будет 36. Вот. 5-6. А если наверх посмотреть, будет 36 квартира. Вот такой уютненький дворик. Но машин, как всегда, много. У нас сейчас машин много, стало много. Все дворы в машинах. Вот еще раз покажу компьютерный колледж вам. Смотри. Вот я вышла на угол дома 27В. Да, 27В. Вот он, дворик. Сейчас зайду во дворик. Проходя немного дальше, мы проходим, знаешь, 10-я школа была. 10-я школа. Многие учителя, знакомые здесь работали. Могу дворик показать немножко. Ухожено все. Чистенько. Довольно-таки. Школа номер 10.
все культурно, все подстрижено, мне нравится. Смотрите, как хорошо. Вот, у кого ностальгия, кто работал здесь, очень с удовольствием, думаю, посмотрят. Это тоже 10-я школа, только с обратной стороны. Со стороны дороги. 7-й микрорайон, 22-й дом. А вот это 21-й, что ли? Приближе посмотрим. Прямо напротив церкви стоит такой красивенький домик. Его так красиво покрасили, ремонтировали. Не знаю, будет видно или нет, солнце светит. Остановочка такая красивая сделана возле церкви, новая. Магазинчики там. Ну вот она, семиэтажка, как раз напротив церкви, которая находится. Вот через дорогу наша православная церковь. Автобус рейсовый у нас пошел. У нас два маршрута ходит. Первый, второй номер. Вот пошел. Дальше через дорогу трехлистник. Там уже начинается 12-й микрорайон. Как-нибудь потом покажу.